Всем привет-привет! Огромный от меня привет! Сегодня я буду готовить вкусные, сочные, мягкие, нежные драники. Здесь у меня натертая, кстати, не натертая, а на блендере взбитая картошка и тыква. У нас осталась тыква с прошлого года, ничего с ней не случилось. Вот, и хотим сделать ассорти. Также я вбила 5 яиц. Это картошка, это тыква. И посолила по вкусу. Сейчас еще добавлю немного сушеного укропа. Так, что такое, на паузу не нажимается. Так, укропчик сушеный. Вот в банке. Кстати, укроп домашний, тоже с огорода. Будет вкусно. Да, а потом вообще со сметаной, как будет вкусно, когда пожарим, покушаем. Жарить буду на растительном масле, на подсолнечном, на простом, на обыкновенном. Вот. Все хорошенечко размешаю, еще добавлю муки. Кто-то муку не добавляет, я добавлю. Кто-то не сливает рассол, то есть вот от картошки. Кто-то сливает, кто-то не сливает. Я слила чуть-чуть, остальное оставила. Сейчас добавлю муки. Муку я тоже делаю на глаз. В смысле, на глаз этого тазика. Когда еще солите, еще больше выделяется сока картофельного. Что-то у меня сегодня пауза. Тыква очень полезная, как взрослым, так и детям. Заходите ко мне на канал, смотрите о пользе тыквы. И вообще у меня разносторонний, очень хороший канал. Подписывайтесь, буду рада. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь, репостите мой канал, мое видео своим друзьям и знакомым. Буду благодарна. В общем, вот получилось вот такое вот тесто овощное. Вот, вот посмотрите, какие вот оладушки. Жарится на старой сковородке. Сковородка хорошая, любимая. Ничего к ней не пригорает. Вот перевернула я дранички. Ну все, буду продолжать стряпать и заодно будем таскать кушать. Всем приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья на миллиарды лет. Дружно, дружно подпишись, дружно, дружно улыбнись. Всем спасибо.